Елена Тальна в пятницу на одном из трех водоводов, которые питают село, по центру села, значит, произошла аварийная ситуация. При попытке перекрыть воду, значит, задвижка не дозакрыла и вышла из строя, поэтому как бы объем воды, который поступал на село, несколько уменьшился. Еще раз говорю, все три водовода, они идентичные, сотая труба. Значит, так как это было перед выходными, значит, было принято решение, поскольку все-таки количество воды потери несколько удалось снизить, значит, было принято решение село без воды, то есть полностью не выключать два оставшихся ввода. Значит, в течение субботы и воскресенья вода в село по двум водоводам поступала, но, к сожалению, конечно, давления не хватало. Значит, в принципе, для питья и приготовления пищи вода была. Причем вода была там, где вот эти водоводы заходят, давление чуть выше. В центре села, вот как раз где вышел этот водовод из строя, давление было несколько ниже. Но еще раз хочу заметить, что все-таки вода была. Кроме того, значит, была достигнута договоренность, что в связи вот с выходом из строя задвижки, значит, с атомной станции, они в течение субботы и воскресенья тоже заполнили свои резервуары. На сегодняшний момент, значит, вот этот участок, который аварийный на трассе Балакова АЭС, сейчас перекрыт, ведутся вскрышные работы. В течение дня данная авария будет устранена. Добавлю о том, что принято решение в течение ближайших двух дней провести рабочее совещание с представителями атомной станции, водоканал, администрация района с тем, чтобы рассмотреть оперативность решения этого вопроса не только сегодняшнего дня, но и замены локальных участков, которые требуют уже давно замены.